Так, ребята, у нас закончился лимит. Вы же знаете, да, что у нас ограничение только 40 минут, да, мы можем пользоваться только 40 минутой. Так, 40 минут. Теперь я хочу вас предупредить, если в следующий раз у нас на занятии точно так же отключится Zoom, вы можете точно так же зайти на нашу Zoom-конференцию по той ссылке, которую я буду вам отправлять. Так, давайте продолжим тогда наш с вами урок, да? Мы с вами остановились на... Так, подождите. Так, так, так. Так уже не видно. Давайте сделаем так. Я вам сейчас скажу. Движение глаголов. Так, поделиться. Так, хорошо. Давайте дальше тогда пойдем. Так, и мы с вами уже будем работать, да, над предложениями. Так, смотрите, ребята, вам уже понятно, что мы можем иногда брать have, да, иногда has. Так, давайте сделаем так, чтобы вам было понятнее, я вам напишу подробно. Так, у нас идет глагол have. Дальше у нас идет... Так, глагол have got. Так. Have got. Так, теперь вы знаете, что have и have got имеет такой же смысл, да? Когда мы когда мы говорим о внешности. Так, have. И сейчас. Сделаем так, чтобы вам было понятнее. Так, have got. Так, дальше. У нас идет стрелочка, да? И опять перевод. То есть имеет значение, то и переводится как иметь. Да? Так, текст. Переводится как иметь. Так, теперь смотрим, в каких случаях мы с вами можем употреблять have, has и have got. Смотрите, ребята, глагол have. Так, текст. Вот у нас идет глагол have. Да? Мы все с вами должны знать, что have – это переводится как иметь. Дальше. У нас стрелочка. Ой, чуть-чуть повыше взяли. Так, текст. Глагол have. Дальше у нас идет стрелочка. Да? Так, и дальше мы с вами уже, ой, отменить текст. Так, смотрим. У нас идут местоимения I, например, you, да, we, и they. Так, смотрим. Теперь у нас есть такой вспомогательный глагол has, да? То есть has мы употребляем на третье лицо и единственное число. Смотрим. Has. Когда мы употребляем has? Смотрим. Так. И напишем. То есть это he, да? Личное местоимение. She, третье лицо, единственное число. И it. Смотрим, ребята. Have мы всегда употребляем на I, you, we, they. Has, да, это третье лицо, единственное число, мы всегда употребляем на he, she, it. Мы всегда должны знать, на какие местоимения, какие мы употребляем глаголы или вспомогательные глаголы. Так, идем дальше. Так, вот. Теперь смотрите, мы с вами пишем
Так, текст. Угу. Так, дальше мы с вами пишем got, да? И следующее у нас слово будет. Так, например. Опять повыше получилось. Так. И текст. Вот, смотрите, ребята. Дальше мы с вами берем существительное в единственном числе. То есть это будет a car. Я очень надеюсь на то, что вам понятно, ребята. Я специально написала такую схему, чтобы вам было понятно. Для чего? И have, да, у нас, и have got имеет такой же смысл, когда мы переводим. То есть переводится как иметь или есть, да? Так. Так, ребята, сейчас, минуточку. Так, переводится как есть. То есть иметь, есть, да? Дальше смотрите. Have мы употребляем только на I, you, we, they. То есть на личные местоимения I, you, we, they. Мы всегда берем have, got, a car. Да? Например, у меня есть машина. Или, например, когда мы можем сказать, у него есть машина. He has got. Но для того, чтобы вам было понятнее, я сейчас формирую предложение уже в вопросительном порядке, но это у нас схема, чтобы вы поняли. Когда мы употребляем have, have мы всегда берем на вот эти личные местоимения, has мы берем на эти личные местоимения, а дальше у нас идет и уже и в этом случае просто идет после местоимения got car, да, или другое существительное. Там, здесь может быть brother, sister, например, a dog, a cat, да, разное. Так, давайте сделаем так. Составим одно предложение. Так, например, I, да, have, I have got a sister. То есть у меня есть сестра, да? I have got a sister. И если мы хотим задать вопрос, то есть вот это вот у нас предложение, у нас идет как позитивное, простое предложение. А как мы уже все знаем, у нас есть три формы. Это простое предложение, альтернативное предложение, то есть негативное, да, отрицательное. И третье – это у нас вопросительное предложение. Мы сейчас с вами будем разбирать каждую форму предложения. То есть вот это вот предложение у нас I have got a sister. Это у нас переводится как у меня есть сестра. Например, предложение I have просто a sister. Да? Смотрите, ребята, I have got a sister и I have a sister переводится как у меня есть сестра. Имеет только одно значение: у меня есть сестра, да? Мы все знаем, что... так. Что have got и have имеет одно значение. Когда мы говорим о родственных связях, о принадлежности, да? И когда описываем внешность. Например, здесь у нас переводится как... У меня есть сестра. То есть, если мы скажем I have got a sister или просто I have a sister, у нас один и тот же смысл. У меня есть сестра. Теперь мы должны сказать или задать вопрос, да, у тебя есть сестра? То есть have you got a car? Давайте сделаем так, чтобы вам было понятно. Мы уже составляем вопросительное предложение. Have you got, так, got a car? Have you got a car? Так. Вопрос. Да? У тебя есть машина?
Точно так же мы можем задать вопрос, ребята, просто задать вопрос. Мы можем не использовать год, да? Просто мы можем написать. Чтобы вам было понятно, нет, давайте сделаем так. Просто напишем. Так. Have you a car? Have you a car? Видите, ребята, мы с вами можем брать и тот, и этот вариант. Например, вы можете задать вопрос: Have you got a car? У тебя есть машина, да? Или вы можете просто спросить: Have you a car? И этот вариант вместе с have got и этот вариант, они оба подойдут. Мы можем брать все эти два варианта, и они будут у нас считаться без ошибки. Теперь смотрите, например, если мы хотим задать вопрос, а у вас есть машина, да, или у них? Давайте возьмем во множественном числе have they got, ой, извиняюсь, have they got a car? Have they got a car? То есть мы задаем вопрос. У них есть машина? А у них есть машина? И этот же вопрос мы с вами можем написать просто. Да? Просто простым глаголом have. Просто have. Ой. Так, дальше. Have. Подождите, поторопилась. Так, have they a car? Просто задаем вопрос. Да? Have they a car? То есть у них есть машина? Мы можем также задать вопрос. Have they got a car? Или просто have they a car? Тут смысл один и тот же. Переводится. Так, переводится как? Пишем. Так, отмена. Пишем. Дальше перевод. Смотрим, ребята. Так, то есть have they got a car? Или просто have they a car, да? Так, пишем перевод. У них есть машина. У них есть машина? Мы спрашиваем. У них есть машина? Видите, ребята, у нас здесь просто, несмотря на то, что мы употребляем два варианта, да, в составлении предложения, смысл предложения не меняется. Мы можем сказать и have got. Так что, так, здесь мы можем просто написать. Так, у тебя есть, так, машина. Так, у тебя есть машина? Так, дальше. Вы осознаете, да, ребята, что мы с вами в данный момент из простого предложения преобразовываем предложение вопросительной форме, то есть из простого предложения мы с вами написали или перевели на вопросительную форму. Так, и здесь также, смотрите, если мы скажем he, has he, например, так, got, да, мы с вами возьмем, так, got a, например, просто возьмем слово cap, да, кепка. Так, у него есть кепка или has she got a cap? У нее есть кепка, да? Теперь дальше смотрите, ребята, этот же вопрос мы с вами можем задать простым вопросом с глаголом has. Просто has. Так. Has she a cap? Просто задаем вопрос. Видите, смысл один и тот же.
Has she got a cap? Или просто has she a cap? Мы задаем один и тот же вопрос, да, получается. У нее есть кепка? Мы спрашиваем. У нее есть кепка? Получается, когда мы составляем простое предложение, мы всегда берем местоимение, глагол have, потом got. Или просто мы можем взять I have, да? I have a sister. Теперь, когда мы задаем уже вопрос, у нас идет уже вопросительная часть, мы всегда, вы знаете, да, что мы до сегодняшнего занятия мы проходили, что всегда вспомогательные глаголы в вопросительной форме переходят на первое место. Значит, в нашем случае, да, сегодня мы тоже будем вспомогательный глагол в вопросительной части ставить на первое место. Значит, have у нас будет в вопросительной части на первом месте. Смотрите, have, затем у нас идет местоимение, да, или I, you, или we, или they, затем мы будем брать got. Потом идет у нас уже существительное. Затем смотрим, если вас такой вариант не устраивает, вы хотите покороче задать вопрос, просто зададите вопрос «Have you a car?». И до этого я вам уже объясняла, что в основном в письменной, да, части мы всегда будем брать «Have you?». А в разговорной части мы в основном берем «Got», «Have got». Вы должны знать, что в разговорной части мы в основном употребляем «Have got». А в письменной мы в основном будем выбирать have. Так, давайте дальше, ребята. Мы с вами сейчас простое предложение перевели на вопросительное. Теперь у нас осталась отрицательная форма нашего предложения. Давайте сейчас мы с вами составим предложение, да, уже на отрицательную форму. То есть... Так, я вам до этого еще объясняла, но мы с вами должны это все письменно разобрать, чтобы вам было понятно. Смотрите, в настоящем времени мы с вами сказали, мы можем просто сказать I have, да, a sister. У меня есть сестра, да? Мы можем также взять I have got a sister, но мы взяли I have a sister. Теперь следующее у нас предложение будет, мы скажем, у меня нет сестры. Как думаете, как будет? I have not. Да? То есть у меня нет сестры. I have not. Вот этот вот глагол have с частицей not мы можем просто сократить. Это у нас будет haven't. Haven't. Так, я хотела вам сейчас кое-что показать. Так. Так, haven't. Так. И дальше. Haven't. Просто haven't. Дальше. Теперь смотрите, haven't. Sister, sister. Дальше. То есть, смотрите, мы здесь взяли слово I have a sister. У меня есть сестра. И когда мы отрицаем, что у нас нет сестры, то есть после глагола have мы всегда ставим частицу not. То есть у меня нет сестры. I haven't. Да, это сокращенная форма haven't. А так мы можем просто брать have not. I have not a sister. А сокращенно у нас идет как I haven't a sister. Теперь смотрите, ребята. Дальше у нас идет вопросительное предложение. Да? Как всегда, у нас вспомогательный глагол, да, переходит на первое место. И мы задаем вопрос, есть ли у тебя сестра? Да? У тебя есть сестра. Have you a sister? Так, дальше. Это у нас получается самый простой пример, да? Have you a sister? Эти же предложения мы с вами можем взять и с другим вариантом. То есть I, да? То есть I have got a sister.
То есть это тоже говорится, что у меня есть сестра. Дальше, если мы хотим отрицать, будет I. Пишем, да? Так, I have not, I have not got a sister. Так, здесь мы можем тоже употребить сокращенную форму haven't got a sister. Давайте я вам это подробно напишу. I haven't got a sister. То есть, ребята, смотрите, здесь у нас идет I have got a sister. У меня есть сестра. Точно так же смысл, да, такой же, как в нашем предложении I have a sister. Здесь точно такой же смысл I have got a sister. Теперь, когда мы отрицаем, мы можем сказать I have not или I haven't a sister. А здесь мы говорим I have not got a sister. И в сокращенной форме это будет I haven't got a sister. То есть вот это тут предложение have not мы можем сократить haven't got. Теперь следующая форма у нас идет уже вопросительная, да? И мы задаем вопрос. Have you got a sister? Так, понятно, ребята? Have you got a sister? То есть мы спрашиваем, у тебя есть сестра? Так, то, что мы с вами до этого сейчас прошли, ребята, это все у нас было в настоящем времени. То есть, когда мы говорим в настоящем времени, что у нас что-то есть. То есть о наличии какого-нибудь предмета или родственных связей, да, или мы можем сказать об описании нашей внешности. И это все мы с вами посмотрели в настоящем времени. Теперь мы с вами этот глагол have got будем уже пересматривать уже в прошедшем времени. То есть вы знаете, да, настоящее время это у нас present time. Вот это у нас идет, ребята, present time. Вы должны уже знать present time. То есть это переводится как настоящее время. То есть глагол have мы посмотрели в настоящем времени. Время, настоящее время. Так. Теперь мы с вами сейчас глагол have посмотрим уже в прошедшем времени. Так, в прошедшем времени вы знаете, что прошедшее время говорится как past time, да? Прошедшее время. Смотрим, ребята. Past time. То есть это у нас переводится как прошедшее время. Ой, поторопилась. Так, смотрите, ребята. Прошедшее время. Да? Так, здесь мы с вами поставим тоже черточку. Так, и дальше. То есть это у нас настоящее первое у нас было. И следующее уже прошедшее. Так, past time. Прошедшее время. Смотрите, ребята, в прошедшем времени have и have got нету. У нас есть только одна единственная форма, это had. И мы всегда глагол had используем без изменений. Так, смотрим. Я хочу вам сейчас показать, подробно объяснить, чтобы вам было понятно. Теперь смотрим, ребята. Так, у нас идет уже... все местоимения. Так. I. Так. You. He. She. Так. It. Да? И на все эти
Так, мы с вами будем брать. Так. Ух ты ж. Так. И дальше. Ой, что же это такое? Так, метка. Метка. Смотрите, ребята, вы должны знать, когда, где и как мы с вами употребляем местоимение. Так, вот смотрите, мы сказали, что have мы всегда употребляем на I, you, we, they. А на he, she, it мы употребляем только has, да? До этого я вам объясняла. Теперь смотрите, в прошедшем времени мы употребляем вспомогательный глагол had. Had. Так. Had. Видите? И оно переводится как тоже есть, да? Но уже в прошедшем времени был или было. Так, теперь смотрите, had. И мы можем взять тоже разные предложения. Например, a car. Например, a phone. Да, телефон. Так, дальше. Или, например, можно взять bicycle. Так, Тамерлан, что случилось? Скучно стало? А, ребята? Так, bicycle, например, да? Или даже слово brother. Или можно даже сказать a cat просто, да? Возьмем слово a cat. Так, смотрите. В прошедшем времени мы употребляем одну форму, это had. То есть мы можем сказать I had a car. You had a phone. She had a bicycle. It had a cat. То есть у нас как в настоящем времени мы не разделяем, да, местоимение, там третье лицо единственным числом мы употребляем has, да, или там на множественные, на личные местоимения, а you мы употребляем только have. А здесь у нас такого нет, у нас здесь есть только одна единственная форма, это had. Давайте его так выделим, чтобы было всем понятно, да? Вот так вот. Всем понятно? Так, дальше давайте сделаем так. Теперь в прошедшем времени у нас уже есть готовые предложения, да? Мы можем уже заново не составлять. Видите? I had a car, или you had a car, he had a phone, да? Или, например, she had a bicycle, у нее был велосипед. И it had a cat. Теперь давайте сделаем так. Зададим вопрос и составим отрицательное предложение. Точно в таком же варианте. Можно со схемой, можно без просто, да? Давайте сделаем так. Так, у нас уже есть первое предложение. I had a car. Так, давайте сделаем, напишем отрицательную форму нашего предложения. То есть, если мы сказали I had a car, у меня была машина, да? Тогда мы скажем, у меня не было машины. I had not a car. Как вы думаете, как будет это переводиться? Это переводится как у меня не было машины. Если здесь в простом предложении мы берем, да, или мы взяли предложение, что у меня была машина, то здесь у нас отрицательная форма I had not a car. То есть у меня не было машины. Это отрицательная форма. Теперь давайте возьмем второе предложение. You had a phone. У тебя был телефон. Теперь мы будем уже брать в отрицательной. В отрицательном предложении это будет you had not
фон. Фон. То есть у тебя не было телефона. Так, a car. Ребята, извините, у меня тут лишняя буква получилась. Так, I had not a car. То есть у меня не было машины. Теперь мы говорим, you had a phone. У тебя был телефон. Да? У тебя был телефон. Теперь мы отрицаем, у тебя не было телефона. Значит, you had not a phone. Вот это вот предложение, да, had not, мы с вами можем сократить. То есть hadn't, you hadn't a phone. Мы можем просто сказать, у тебя не было телефона в сокращенной форме. Это у нас будет выглядеть следующим образом. Hadn't. Hadn't. Так, понятно, да? То есть I had not a car, у меня не было машины. Следующее, you had not a phone, у тебя не было машины. И мы можем вот это вот слово had not сократить. Hadn't просто, да? I hadn't a car, у меня не было машины. Или, например, you hadn't a phone, у тебя не было машины. Теперь следующее у нас предложение идет she had a bicycle, у нее был велосипед. Давайте сделаем так, напишем отрицательную форму, да? То есть у нее не было велосипеда. Значит, на английском языке это будет she had not a bicycle. Да, мы с вами знаем, что так, had not это обозначает, что не было. И как вы видите, у нас только одна форма had. У нас нет такого have или have got, have или has, да? У нас просто одна форма в прошедшем времени – это had. Теперь давайте, ребята, сделаем так. Я очень надеюсь на то, что вы все детально поняли по сегодняшней нашей теме. Так, и теперь давайте зададим вопрос уже в прошедшем времени. А если у нас не хватит времени, мы с вами будущее время пройдем на следующем уроке, да? Так, смотрите, в настоящем времени мы можем просто сказать I have a sister, или, например, I have a brother, у меня есть брат или сестра, да? Также это же предложение мы можем сказать по-другому, например, I have got a sister, у меня есть сестра, тоже. Точно такой же смысл, но в разговорной части мы можем сказать I have a sister, I have got a sister. Теперь это же предложение мы с вами переводим уже на прошедшее время, да, где мы можем сказать у меня была сестра или у меня был брат. Да? Так что мы можем сказать I had a brother или I had a sister. А когда мы отрицаем, что у меня не было сестры, у меня не было брата, или у тебя не было машины, да, то мы отрицаем. И всегда мы берем глагол have, had с частицей not. И в сокращенном виде это будет как hadn't. Понятно, да? Теперь давайте зададим вопрос, да, в прошедшем времени. И на этом сегодня мы с вами завершим наш сегодняшний с вами урок. Давайте дальше. Так, давайте сначала напишем все местоимения. Так будет быстрее, да? You, дальше. He, she, it. Теперь у нас местоимения во множественности, да? We и they. Мы знаем, что you мы можем употреблять. Местоимение you мы можем употреблять как ты, так и вы. Да? Это такое универсальное местоимение. Так, дальше смотрим. Чтобы задать вопрос в прошедшем времени, ребята, вы всегда знаете, что наши вспомогательные глаголы, они всегда переходят на первое место. Значит, у нас вспомогательный глагол had будет на первом месте. Had. Так.
Так, и последнее сделаем так, чтобы было всем понятней, да? Так, то есть наш вспомогательный глагол had, да, всегда ставится перед местоимениями, когда это у нас вопросительное предложение. То есть вопросительное предложение мы знаем, да, что question form. Так, question form. Это у нас переводится как так, вопросительное. Так. Так, вопросительное предложение. Так, question form. Теперь смотрите. Вспомогательный глагол в вопросительном предложении всегда стоит на первом месте. Перед личными местоимениями. То есть are you, he, she, it, we, they стоит всегда после вспомогательного глагола had. Давайте мы с вами выделим этот глагол, чтобы вы знали, да, что had. Так, и напишем. Ой. Так, то есть, когда мы задаем вопрос, вспомогательный глагол had на первом месте, затем идут местоимения, да? Затем у нас идет остальная часть предложения. Теперь, например, сделаем так, да? Напишем, например, had you. Так, например, a brother. Had you a brother? У тебя был брат? Или можно задать вопрос, had you a car? Ой. Так, had you a had you a car? У тебя была машина? Или у него? Да? Видите, у нас здесь мы не употребляем на he, she, it отдельный вспомогательный глагол там has, да? В прошедшем времени у нас только одна форма had. Я снова и снова повторяю, ребята, одни и те же правила, да? Чтобы вы запомнили, где, когда мы употребляем и как, да? Употребляем вспомогательный глагол. Так, смотрите. Had you a brother? У тебя был брат? Или, например, had she a car? У нее была машина? Дальше мы можем, например, написать had he a cat? Да, просто had he a cat? Смотрите. Had he a cat? То есть мы говорим... У него была кошка, да? Мы задаем вопрос. Теперь смотрим, ребята, как мы отвечаем на вопросительные предложения. Смотрите, например, had you a brother? Мы можем... так, на минуточку, ребята, я отлучусь. Так, дальше, смотрите. Had you a brother? У тебя был брат, да? То есть мы задаем этот вопрос уже в прошедшем времени. И если мы хотим сказать «да, у меня был», но в сокращенном виде, да, мы должны написать или ответить следующим образом. Так, yes, I had. Можно просто сказать «yes, I had». Да, у меня был, да, да, мы можем сказать, yes, I had a